Саженцы лещины, орешника, обыкновенный роуд-зеллернут позволят вырастить необычный сорт, отличие которого заключается в пурпурно-красном цвете листвы, при хорошем освещении, сохраняющем яркость в течение всего сезона. Осенью созревают фундук, крупные орехи продолговатой формы с красновато-коричневой скорлупой и вкусным ядром. Саженцы лещины, орешника, обыкновенный роуд-зеллернут нетребовательны к типу почвы, но предпочитают плодородную землю с хорошим дренажем. Благодаря хорошей устойчивости к холоду растения зимуют без укрытия. Этот сорт отличается урожайностью, а также декоративным видом. Лещина обыкновенная роди зелернот – это дерево. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.